В минувшую субботу лабытнанцы отметили Воронгахатл или Вороний день. Этот праздник коренных северных народов знаменует наступление весны. Легенда гласит, что именно ворона на своем крыле приносит на крайний север долгожданное тепло. С древним праздником связано очень много обычаев, которые постарались тщательно соблюсти, организуя гуляния на центральной площади города. Вместе с лабытнанцами весну встречала Дарья Самородова. Увидеть ворону – хорошая примета. Для коренных ямальцев она священная птица. С ее появлением наступает весна, которую жители тундры встречают ярким самобытным праздником. Со сцены доносятся удары шаманского бубна. Коллективы художественной самодеятельности исполняют национальные танцы и песни. Впервые Вороний день отметили в Лабытнангах еще 18 лет назад. С тех пор интерес к этому празднику окреп. Появились свои традиции. И в этот раз, несмотря на прохладную погоду, на площадь пришли десятки горожан. Настроение отличное, праздник хороший. Много выступает замечательных наших народных коллективов. Ну, праздник Вороны – это символ весны нашей. Погода тоже, слава богу, удалась. Так что все замечательно. Действительно, это национальный праздник. Мы живем на севере, поэтому мы действительно радуемся этому дню всем сердцем, все вместе, всеми душами, которые здесь сегодня на площади люди пришли. Видно, что позитив. И действительно, все ждем весну, ждем, ждем. На празднике каждый желающий мог принять участие в национальных видах спорта. Спортсмены-любители продемонстрировали свою силу, ловкость и сноровку в прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и гиревом спорте. А для маленьких лабытнанцев была организована детская игровая программа. Национальный праздник окрашен северным колоритом. Обязательный атрибут – завязывание ленточек на ветвях деревьев. Для этого обряды на городской площади в специальных подставках установили священные березы. Считается, что если в этот день завязать ленточку на дерево и загадать при этом желание, оно обязательно сбудется. Наша съемочная группа пожелала, чтобы холода отступили. Из-за полярья пришла настоящая весна. Дарья Самродова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».